Привет, друзья! Опубликованы редкие кадры пуска российской крылатой ракеты Х-32 с борта самолета Ту-22М3. Ракета Х-32 выполнена в корпусе ракеты Х-22 и принята на вооружение в 2016 году. Разработчик НКБ «Радуга». Ракета Х-22 предназначена для поражения кораблей, но новая Х-32 может поражать и наземные цели. Ракета Х-32 поднимается на высоту до 40 км и на конечном участке вертикально пикирует на цель. Из-за этого ее сложно поразить комплексом ПВО. Ракета Х-32 получила новый жидкостный двигатель, цифровое оборудование и защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию, а также системы РЭП. Ракета использует противозенитные маневры, видит рельеф местности и определяет тем самым свое местоположение. Дальность захвата РЛС-ГСН ракеты до 300 км, дальность полета до 1000 км, со скоростью до 5400 км в час. Вероятность поражения цели около 82%. Стоимость ракет Х-32 и Х-22 предположительно около 500 тысяч долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.